Коллеги, наш пресс-центр продолжает свою работу на неделе российского ритейла. Рядом со мной Сергей Котик, представитель компании Goods Forecast. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, расскажите немножко о компании. Мы разрабатываем и внедряем программное обеспечение для крупного и среднего бизнеса. В первую очередь это ритейл и производственные компании. И наше программное обеспечение решает задачи бизнес-планирования. Расскажите, как решает, какие вот продукты? Ну, для ритейла мы предлагаем различные решения, в том числе управление запасами, автозаказ, планирование продаж, аналитику, мониторинг упущенных продаж, планирование промо. То есть в целом это такая экосистема продуктов и сервисов, которая позволяет максимально эффективно с помощью умных моделек машинного обучения решать задачи планирования. Правильно, что по факту это некий провидец в электронном виде, который сразу может подсказать на опыте уже прошедших каких-то лет, дней, может быть, месяцев, что буквально скоро нужно докупить или, наоборот, куда направить мнение вот, и внимание нашего специалиста-человека? Ну, провидец, наверное, немножко громко сказано, но да, конечно, этот софт помогает планировать, используются прогностические модели, оптимизационные модели, ну и, соответственно, да, конечно, это снижает и человеческий фактор и помогает принимать правильные и нужные решения. Расскажите, где вас можно найти на нашей выставке? У нас есть свой стенд в рамках зоны Сколково. Подходите, мы будем рады всех видеть. Пожелаем вам удачи и спасибо за общение. Спасибо.